Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiga Tomsk davlat universiteti iqtisodiyot va boshqaruv instituti direktor o'rinbosari Viktoriya Makoveyeva tashrif buyurib, inson resurslarini boshqarish fakulteti talabalari bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda hamkorlikda tashkil etilgan magistratura bosqichi talabalari uchun qo'shma ta'lim dasturi haqida batafsil ma'lumot berildi. Вообще у Томского государственного университета достаточно длительное взаимодействие уже с Самаркандским университетом и эффективное взаимодействие. Уже реализуется ряд бакалаврских программ, совместных программ, программ двойного диплома, и первые студенты бакалавриата с сентября месяца начнут обучаться в Томском государственном университете. Ну и, конечно же, научное сотрудничество – это конференции, публикации ведущих журналов и совместные учебники монографии. Сейчас мы стартуем новое направление – это совместные образовательные программы, магистерские, в двух направлениях – это финансовый учет в организациях и международный менеджмент. Почему программа «Финансовый учет в организациях» является актуальной? Потому что это аккредитованная программа, имеющая международную аккредитацию CCA, и студенты, которые обучаются по этой программе, они получают возможность в дальнейшем получить 9 сертификатов по основным экзаменам и трудоустроиться в ведущие компании финансового сектора. Это аудиторские компании, это компании банковского сектора, крупные компании промышленные, на должности начальников управления финансов, заместителей генерального директора по финансам и так далее. Поэтому программа имеет, дает возможность студентам в дальнейшем трудоустройство и быть конкурентоспособными на рынке труда. Bu dasturning eng katta afzallik tomonlaridan biri bu dasturda o'qiyotgan talabalar nafaqat bizlarning universitetning diplomini, balki ham Tomsk davlat universitetining diplomini ham qo'lga kiritishadi va buning natijasida ularning ishga kirish yoki kelajakda o'z o'rinlarini topishga imkoniyatlari juda ham ko'payadi.